Где получается скорбящая фигура солдата, монументальная такая. Мы берем с ветерана немножечко левее еще. Вы возлагаете вино в посольство Российской Федерации. А потом мы следуем по аллее. Все стороны конкретно. Картина, она как бы считается общей. Вот, вы сейчас прямо по центру, мы чуть-чуть левее, вот сюда вы останавливаемся. А когда мы проходим? Вот, прямо сейчас. Вот так не переходи. Нет, еще раз. Нет, 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 мы там дальше. Да. Так, здорово, они девушки. Если 100 грамм, то вы подаете все. Я понял. Я думаю, что к самому постаменту вы туда не будете подниматься, установите вот у этого первого парапета. Хорошо? Я вот сейчас вам передам. Мы дойдем, я вам передам сейчас. А, вот. Туда не надо подниматься. Добраться с долом от усиления. Я хотел вас попросить. Угу. Все мои слова передам. Здравствуйте, другу торчал, радиали, подарите, группа. Я этот минимум.
Друзья, у нас микрофона нету, немножко ближе, прошу. Меняемо. Литво освобождаемо с фашистами оккупанту за 2005. Я, наверное, буду выражаться на двух языках. Так, оптимально, по-моему. Начинаем мероприятие поминовения жертв фашизма и также мероприятие освобождения Каунаса от немецких фашистских захватчиков. Я тоже сначала несколько слов хочу сказать об этой исторической дате, затем предоставлю другим слово. Скажем так, день действительно праздничный, поскольку что означало освобождение? Как раз меня вот эти дни некоторые люди спрашивали. Это означало освобождение от цепей, гнета и машины преследований и убийств. В Каунасе, я могу так сказать, 9-й форт, 50 тысяч жертв, это грубо, конечно, больше. 6-й форт, который будем, 32 тысячи, где-то не меньше, а может и больше. 7-й форт, 7 тысяч. Кого убивали? Да многих. Некоторые говорят об одной категории, да не было так. Советские военнопленные, евреи, поляки, партизаны советские, а вообще там много других людей, в том числе коммунисты, комсомольцы, социалисты, и даже люди, интеллигенция разная, которая, скажем, вот видел это с Монтелом. Рядовой человек, конечно, не рядовой поэт, беспартийный, нормальный, прогрессивный человек. Просто взяли, постреляли, убили. Насчет других, я вот как скажу, мы говорим о Каунасе, но тут надо вспомнить героические подвиги, по-моему, таких людей. Линса Щупинец, его группа была послана одной из первых. Это был август еще 41 года. Перешли фронт, значит, проводили действия разведки, затем должны были пройти уже там, где более серьезные дороги. И просто столкнулись с врагами. Один погиб, затем другой погиб, его взяли, увезли в тюрьму. Затем в бою погибли другие 4 члена этой группы. Так что это везде есть героизм, везде борьба. Фактически освобождение это означало то, что много жертв было и, конечно, много тех, которые освобождали и дождались конца войны и фактически были те. И среди них, конечно, война была в том, значит, что вот герои, ветераны некоторые, вот скажем, вот Юлиус Декснис. Хорошо, что таких людей еще есть пока, которые боролись с 16-й литовской дивизией и так далее. Я вообще, если смотрим на наши времена, мне вот я рад, что историческая память жива, то, что есть много людей, которые держатся таких убеждений, конкретно понимают суть, что за такие дни вот, что это вот действительно, несмотря, наверное, на разные обстоятельства сегодня, это праздничный день. Это праздничный день, поскольку освобождение Каунаса это было великое событие. Конечно, сколько было таких жертв сначала, это начало войны-то было самое трагичное. Вот, скажем, Равен такой Залманосовский, который прямо-таки отрубили голову. Война, в войне сошлось жестокость, борьба и героизм. Разные качества, разные, так сказать, детали человеческих жизней. Ну, я на этом пока кончаю свое выступление. Слово предоставляется председателю республиканской организации ветеранов войны Юлиусу Декснису. Gerbiami kauniečiai, gerbiami svečiai, gerbiami ir kartu su manim atvykę į vilniečiai. Šiandien Kaunas švenčia didelę šventę. Jubiliejus
75 metai, kaip buvo pasiekta didžiulė pergalė, išlaisvintas Kaunas. Nesenai mes šventėm Vilniaus išvadavimo 75 metį. Tai buvo Liepos 13 diena. O po keleto dienų, po poro savaičių, mūsų didvyriškoji tarybinė armija, toliau persekiodama vokiškosius fašistus, vydama juos iš Lietuvos Respublikos, sparčiai spaudė hitlerinę kariuomenę, kuri kovodama ir priešindamasi traukėsi Kauno link, o mūsų kariuomenės, tarybinės kariuomenės užduotis buvo kuo greičiau išlaisvinti, išvyti vokiškosius okupantus iš Kauno apylinkių ir iš Kauno miesto. Žinoma, kiekviena kova, kiekvienas mūšys neapsieina be aukų. Aukų buvo daug. Mūšiai buvo žiaurūs. Vokiečiai labai nirtingai priešinosi. Jie žinojo, jei netekus Vilniaus, paskutinis forpostas, tai yra Kaunas, ir Kaunas čia, Alytus, ir paskutinė tvirtovė, kad tarybinė kariuomenė, tarybiniai kariai prisiartins prie Vokietijos sienų, ją pereis ir prasidės jau mūšiai Vokietijos teritorijoje, kurie tęsis iki 1945 metų. Nemažai žuvo karių šioje didvyriškoje kovoje. Vat pas mane yra tokie daviniai, kad va šiuose kapinėse yra palaidota 5056 tarybinės armijos kariai. Matot, kokių jėgų, kokių aukų reikėjo, kad būtų išlaisvintas mūsų taip gerai žinomas, gražus, puikus Lietuvos miestas Kaunas. Deja, žuvusių tarpe yra ir labai daug žinomų žmonių. Istorija apie tai kalba, kad Kaunas tai buvo vienas iš tokių kultūros, švietimo ir visos Lietuvos centrų. Net buvo savo laiku ir laikinoji Lietuvos Respublikos sostinė. Čia buvo ir prezidentūra, ir ministrų taryba, taip sakant, prieškariniais laikais. O taip pat daugelis organizacijų buvo jau ir tarybiniais metais, ir kitais metais jau po kariniais laikais. Irgi taip pat čia buvo daug įvairiausių ir mokslo, ir švietimo. Ir dabartiniu metu jų yra tiek ir labai daug. Ir mes apie tai visi gerai žinom ir gerbiam mūsų kauniečius, kad jie taip sumaniai, gražiai gyvena, gražiai tvarko savo įgimtąjį miestą, gražiai priima svečius visada. O tame tarpe ir mes susiorganizavom ir atvažiavom čia pagerbti 75 metų išlaisvimo sukaktį, kada buvo Vilnius išlaisvintas. Šitų žuvusiųjų tarpe yra 15 Tarybų sąjungos didvyrių, va čia, kur jūs buvote tenai ir matėte, ir mes visi tenai pasižiūrėjom, jų yra pavardės. 15 Tarybų sąjungos didvyrių net tiek Vilniaus išvadavimo kovose nebuvo, kiek čia
kokios buvo stiprios, kokios nuožmios, kokios įnirtingos kovos, kaip vokiečiai stengiasi čia išlaikyti savo pozicijas. Apart jų čia yra palaidota, apart šitų didvyrių ir prieškariniai, tai yra karo metu, karo metu kovoja čia pogrindyje. Tai aš galiu paminėti vat, tokius, kurie irgi čia palaidoti yra, yra gavę, yra jiem, reiškia, suteiktas Tarybų Sąjungos didvyrio vardas, tai pogrindininkai Aleksonis, Borisa, Alfonsas Čeponis, taip pat yra įeina į tą Tarybų Sąjungos didvyrių vaidyką, kurie čia yra šiuose kapinėse palaidoti. Čia yra ir mano daug pažįstamų 16 divizijos karių, tame tarpe vienas iš man labai gerai pažįstamų ir rokiškietis, ir čia vat, tas ar prieškariniais laikais jisai čia kalėjo kalėjime už savo visuomeninę tokią revoliucinę veiklą, tai gerbiamas papulkininkas 16 lietuviškos šaulių divizijos pulko vado pavaduotojas Abramavičius, vat, kurį aš labai gerai pažinojau, nes jisai rokiškėnas kaip toks pat kaip ir aš. Ir daugelį kitų. Motieka, mūsų divizijos vadas, taip pat kaunietis 16 divizijos pulko vadas. Ir daug, daug 16 divizijos karių, kurie paskiau 16 divizijai jau atėjusi į Lietuvą kartu su Lietuvos armijos daliniais. Deja, jiem neteko mums, vat, ir tame tarpe ir man, 16 divizijos kariui, vat, neteko dalyvauti nei Vilniaus, nei Kauno išlaisvinime. Mes tik tai nuėjom, taip sakant, dešiniau, per Panevėžį, Šiaulius, Šiaulių mūšiuose mums teko dalyvauti, o paskiau karą mes baigėm išlaisvinę, dalyvavom Klaipėdos miesto išlaisvimo kovose, o paskiau vėl sugrįžom į Latviją, Latvijai jau mes sutikom pergalės džiaugsmą, pergalės dienas, ir po to tik tai mes sugrįžom 16 lietuviškų šaulių diviziją į Vilnių. Ir iki jau mūsų 16 divizijos išformavimo laikų, 56 metų, mūsų divizija buvo Vilnius. Bet mes kalbam apie dabartinį Kauną. Kaunas yra, kaip lietuviai sako, Kaunas yra Kaunas. Ir Kaunas visada turi didžiulį autoritetą visos Lietuvos gyventojų tarpe. Net dabar eina kalba, jeigu jau sekate jūs ir spaudą, ir televiziją, ir radiją, ir taip toliau eina kalba, net iš Vilniaus kai kurių ministerijų atkelimą į Kauną. Deja, dabartinis prezidentas Nausėda šito, kiek aš paskutinio laiko girdėjau, nelabai palaiko. Sako, galbūt ir nereikėtų dabar dar kol kas persikeltinėti į Kauną kai kurias ministerijas, kai buvo anksčiau buvo žadėta. Bet ir be to, Kauno miestas turi didelį autoritetą visos Lietuvos gyventojų tarpe, užtat, kad labai gerai tvarkosi, geri šeimininkai, vat, Kauno mieste tvarko jį, ir todėl mums visiems labai džiugu ir labai, labai norisi, ir mes su dideliu noru visada atvažiuojam, apsilankom ir pagerbiam ir čia žuvusius, ir čia gyvenančius Kauno gyventojus.
žuvusių tarpe, vat Kaune buvo ir partizanų, apie kuriuos aš jau čia kalbėjau, ir prieškariniais visuomeninių veikėjų, čia ir kiti patriotai yra palaidoti, gal ne šitos, va, Darius Girėnas, vat, žinome, čia gyveno ir dirbo Salomėja Neris poetė, čia gyveno ir dirbo ir visų gerbiamas labai žymus poetas Maironis, taip kad labai daug žymių žmonių išaugino Kauno miestas. Kauno miestas kaip niekas kitas turi va, tokį didelį autoritetą ir turi tokį didelį kiekį žmonių, kurie yra gerbiami visoje Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Kaunas ir Vilnius yra labai vertinamas ir dabartiniai Rusijoje. Jūs girdėjote, kad šiandien vakare Rusijos Respublikos, Federatyvinės Respublikos vadovybė nutarė taip kaip ir su Vilniumi, taip dabar Kaunu. Vat šios dienos vakare bus saliutas. Saliutas pagerbintis Kauno išlaisvinimą iš vokiškosios okupacijos. Nors kažkas tai, nežinau, kažkodėl tai nepatinka, bet man ir mūsų karo dalyvių organizacijos nariam visiem, mes labai patenkinti, mes už tai, kad saliutai būtų ir Kaunoj, ir Vilniuj, ir Pavėžiui, ir Šiauliai, kuo daugiau saliutų gerbiančių mūsų Lietuvos žmonės, kurie kovojo prieš hitlerinius okupantus ir juos išvijo iš Lietuvos ir tai padarė didelį paslaugą viso pasaulio progresyviam žmonėm, sunaikinę fašistinę Vokietiją ir laimėję antrąjį pasaulinę karą. Sveikinu jūs visus kauniečius, dar kartą Vilniaus antrojo pasaulinio karo dalyvių organizacijos vardu ir jums linkiu kuo sėkmingiau gyvent, statyti savo gražųjį ir pošėlėti savo gražųjį miestą, būti tikraisiais Kauno miesto gyventojų patriotais. Ačiū. Slovo predоставляется советнику посланнику посольства Российской Федерации в Литве Сергею Владимировичу Рябоконь. Спасибо большое, спасибо. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, друзья, коллеги, прежде всего хочу поздравить вас всех с 75-летием освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков, с нашим общим праздником. Освобождение вашего города явилось своего рода венцом очень крупной наступательной операции, которая в итоге закончилась в мае 45 года победой над немецко-фашистскими захватчиками. Только здесь, на этом кладбище, захоронено 5000 советских воинов. Это воины разных национальностей. Это русские, украинцы, литовцы. У меня дед, он не вернулся с войны домой. Я не знаю, где он похоронен, но знаю, что он похоронен на фронте, и бабушка получила похоронку в июле 45 года. Поэтому, конечно, важно исходить из того, что
чтобы мы помнили, что здесь было. Я вот сейчас говорю эти слова, и я думаю, мало кто из нас вот может представить, что такое 5000 вот человек. Когда мы видим, где-то вот, когда проходит какое-то прощание с каким-то конкретным человеком, мы видим гроб установленный, и видим уже неживого человека. Это горе для тех вот людей, которые вот провожают его последний путь. А вот представьте, что 5000, вот они вокруг здесь, вот вокруг нас. Это не описать словами, но это 5000 конкретных людей. Вы понимаете, вот каждый из них боролся за нашу свободу, за наши права. И вот это наша свобода, и те наши права, помнить этих людей, помнить тех, их матерей, вот мою бабушку вот помнить, которая не дождалась деда, да. Вот, и особо хочу сказать, что я как-то от себя очень благодарен этим людям, потому что я иногда думаю, ведь смотрите, наша цивилизация, вот современная вот цивилизация, да, ну, я думаю, вряд ли кто скажет, что это венец всего, чего мы можем. Я думаю, что есть очень много того, чего мы не знаем, мы не понимаем. И если, может быть, те люди, которые ушли тогда, которые погибли, которые вот захоронены здесь, может быть, в этот день, это памятный день, это праздничный день, они находятся где-то, их души рядом с нами здесь. И они видят сейчас, вот, что мы вот собрались. Они должны видеть и видеть нас, и тоже они должны вот понимать, что мы помним их. И за ту свободу, за нашу свободу они воевали, и мы свободные люди. И если у нас эта свобода, это наши права помнить, и нам эти права нельзя вот просто так отдавать или как-то так, знаете, забывать о них. Потому что мы перед ним, вот они здесь, вот может быть, что мы, как мы, вот представьте, если люди встали бы и посмотрели бы нам в глаза, что бы мы им сказали. Конечно, здесь вот уже товарищ вот выступал, он сказал о салюте. Да, сегодня будет в Москве памятный салют в честь вот именно вот этих вот людей, которые ушли тогда, которые были убиты, погибли за нашу свободу, за наши права. Вот. Хочу также сказать, что буквально сегодня я призываю, кто придет домой и посмотрите, может быть, зайдете в интернет, зайдите на сайт Минобороны России, посмотрите, масса документов рассекреченных. Часть из них мне иногда трудно понять, почему они только сейчас вот были рассекречены. Но это именно те документы, именно о конкретных людях, понимаете, которые вот часть из них вот лежит здесь. В том числе о тех людях, которые из Литвы, понимаете. И я думаю, что нам нужно, ну, каждый день своими действиями нам нужно доказывать, что мы этих людей помним, что мы не забудем о них. Вот. Я думаю, что вы все разделяете эту точку зрения. Так что пускай им не будет за нас стыдно, я думаю, так. Спасибо. Слово предоставляется председателю Кауновской организации воинов-афганцев Вячеславу Афонину. Областная организация афганцев. Знаете, с праздником вас. Я хочу просто зачитать скупые строки хроники, как освобождался Каунас. Я думаю, вам будет интересно. Каунас освобождался 29 июля по 1 августа 1944 года. 28 июля 44 года Ставка Верховного Главнокомандования директивой номер поставила задачу генералу армии Ивану Даниловичу Черняковскому не позднее 1-2 августа овладеть Каунасом. Каунас являлся мощным укрепленным районом противника, прикрывавшим кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Кроме того, он представлял собой крупный узел шоссейных, железнодорожных и грунтовых дорог, соединявшие его со всей Прибалтикой и позволявшие немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. В городе располагалась старинная крепость с 9 фортами, подготовленными к длительной обороне. Потеря Каунаса ухудшала и без того незавидное положение группы армий «Север». А поэтому держать оборону Каунаса – одна из главных задач немецкого командования. 29 июля 1944 года после 40-минутной артиллерийской подготовки ударные группы советской армии перешли в наступление. В ночь на 31 июля 1944 года был освобожден один из районов города, Вильямполе. Первым он был освобожден. Ожесточенный бой разгорелся за станцию Полимонос.
Каунаса тоже знают. Это вот когда подъезжаете к Каунасу, вот для Вильнюса говорю, первая остановка перед Каунасом, это вот Полимонос. Только после 16 часов непрерывных боевых действий к утру 1 августа удалось полностью очистить станцию Полимонос, железнодорожную станцию, от противника. А к вечеру город Каунас был полностью освобожден. Ну и хочу отметить, что при освобождении было мирных жителей уничтожено 370 тысяч во время оккупации. А при освобождении всей Литвы погибло 80 тысяч советских воинов, которые вот отдали жизнь свою. Все, спасибо. Спасибо. Передвигаемся в 6-й форт. Спасибо, да, 6-й форт. Машинам, друзья.